Анонс и точно дата выхода 14 серии 3 сезона сериала «Девушки с Макаровым». 14 серия сериала выйдет на ТНТ 14 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Вяземский и Жилин устраивают войну за парковочное место и чуть не потеряли свои места на работе. Макаров вынужден весь день провести с журналисткой, потому что при ней накричал на вербу, и доказать, что это был единичный случай, и такое больше не повторится. Синицкая приехала в гости в отдел, чем вызвала злость у Туркиной. Попова встретила старую знакомую, которая когда-то побеждала ее в боксе, и решает, что пора взять реванш. Дежурный и Жилин делят подарок, выигранный в лотерею. В итоге уходят в большой минус. Напомним, 14 серия сериала выйдет на ТНТ 14 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.